Председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов встретился с представителями движения ТОКС средней школы села Ругуджа Гуневского района. Недавно ребята вернулись из Крыма, где они посетили катакомбы в местах героического сопротивления Красной армии фашистским захватчикам. Отмечу, что в рядах бойцов были и дагестанцы. Один из них – Гаджи Гунашев, уроженец села Ругуджа. Он описал события тех дней в своем дневнике. Они легли в основу книги командира дагестанского ТОКСа генерал-майора Омара Муртузалиева «Аджимушкайский дневник офицера». Также неподалеку от Аджимушкая в поселке Глазовка находится могила героя Советского Союза, дагестанца, уроженца Гунивского района Сааду Мусаева. Посещение мест героических боев советских воинов произвело на токсовцев неизгладимое впечатление. Выслушав ребят, Абдусамат Гамидов подчеркнул, что дагестанские дети растут патриотами, воспитываясь на подвигах участников Великой Отечественной. Нам очень приятно, что у нас есть такое молодое поколение, которое растет в духе патриотизма, в духе интернационализма, которое сегодня, это год 70-летия Великой Победы, обязательно, конечно, и эти поездки, чтобы наша молодежь, наше будущее поколение, они своими глазами, как говорится, увидели, убедились, вот эта жестокость и нечеловеческое отношение этой фашистов, чтобы это никогда не повторилось.